Мост через Барнаулку в районе Старого базара планируют открыть ко дню города. Уже точно известно, что его украсят художественные чугунные панно. Первая тема – Барнаул-горнозаводской город. Вторая тема – Барнаул-купеческий город. Третья – Барнаул-город индустриальный. И четвертая тема – Барнаул-современный. Эксперты проект одобрили, с ним вопросов практически не возникло, в отличие от вопроса номер два – реконструкции Нагорного парка. Барнаульская гора или Нагорье на протяжении столетий здесь хоронили, отпевали, потом расстреливали, потом отдыхали и развлекались. Чтобы вписать этот старый парк в новый туристический кластер, необходимо соединить три составляющие – мемориальную, церковную и развлекательную. Но как именно это сделать? Парк полный красот и чудес, так можно назвать проект, представленный руководителем студии ландшафтного дизайна Инны Целовальниковой. Прогулочные дорожки, зеленые насаждения, изящные резные конструкции. А вот водоемов, подобных тому, что когда-то украшало ВДНХ, не будет. Оказывается, на бывшем кладбище ему по санитарным нормам не место. Зато точно должны, по мнению автора, порадовать горожан смотровые площадки с телескопами, как в лучших городах Европы. Одна площадка смотровая с видом на спальные районы города, ну то есть просто перспектива городская. Все площадки оборудованы телескопами, могут быть. Вторая смотровая площадка, номер два, перспектива, вот эта видовая точка, открывает нам вид, прекрасный вид на реку Обь, на заливные луга. Но у совета тут возникло много вопросов. Первый – бюджет. Градоначальник, к примеру, высказал опасение, что вся эта красота будет слишком дорого стоить, нужно бы что-то поскромнее. Отметили, что не продуманы вопросы подходов и подъездов и многое другое. Я в защиту Инны Витальевны, что досталось вам. Я думаю, маловато еще досталось, еще впереди у вас будет это дело. Но мы с вами обсудили вопросы до начала и проектирования, и строительства. Концепцию решено отправить на доработку. Между тем, как сообщает городская пресс-служба, 70% работ первой очереди по Нагорному парку уже сделано. Уже в июле горожане смогут подняться над городом по новой лестнице, которую, к слову, сначала начали строить и лишь потом обсуждать. Остается верить, что с новым парком так не произойдет. Илья Кочетков, Николай Шилко, информационный канал «Город».